первая игра была с Анатолием Дмитриевым, да, если не ошибаюсь? Да. Как прошло? Ну, самое главное, что, ну, как настраивался, чтобы у меня хороший разбой был. То есть не отдавать позицию после разбоя. Ну, справился, один раз только промазал, нормально можно было играть. Но он тоже хорошо сыграл, как бы за ошибки наказывал меня. А какой счет в итоге оказался? 5-3. Так, а вот сейчас в последнем матче против Павла Кузьмина, как развивались события? Ну, он вообще много ошибался, он отдавал позицию, разбой вообще, просто собирай не хочу. Я тоже там маленько мандражил, поэтому не сыграл так хорошо. Но в целом настраиваться было тяжело на игру с Павлом? Вот, знаете, как бы я играл с ним уже 3 раза, как бы такого психологического давления не было вообще. А какой счет в личном соперничестве? Сейчас 3-1. А, то есть в чью пользу? В Пашину. Да. Ну вот, задел сделан. Ладно, и последний вопрос. Самым своим высоким достижением на чемпионатах по бильярду, что считаете? На сегодняшний момент, пока еще. Ну, на России, на триатлоне в 8-ку вошел, вот так же, как сейчас. Это был последний чемпионат в Ульяновске? Нет, это в Югорске был. А, 2 года назад? Да.